Новый детский сад и школа. Архитекторы в первую очередь поразмыслили над тем, как наладить социальную жизнь завокзального района. Перед тем, как что-то предлагать, проводили целое исследование территории, опрашивали людей, считали их количество и замеряли участки. Выяснилось, что население района превышает все допустимые нормы, минимум в 2 раза. В предложенном проекте планировки расширены дороги, появляются тротуары, а жилой фонд приобретает конструктив. Даем такое предложение по изменению трассы улицы Тоннельной с Войкова на Тоннельную. И таким образом исключается транзит по территории. Остается улица Тоннельная только как жилая улица. О своих планах по переделке члены градостроительного совета рассказали главе города. Анатолий Пахомов идею поддержал и предложил все районы Сочи отработать по образцу завокзального района. Мне понятно, что как нам дальше двигаться в этом микрорайоне. Дальше тот же главный архитектор будет спокойно говорить всем, что, друзья, вот так, вот это вы хотите, вы купаете. На этом месте можете построить вот это. Школы мы построим. И построим там, где можно снести вот аварийный фонд. Людей с аварийного фонда мы переселяем туда. То есть, как бы, ну все становится понятно. Проект одобрен, но пока работ по перепланировке района не будет. Эскиз необходимо утвердить. Далее начнется поиск финансирования масштабной процедуры. Увеличилось население, да, количество. Соответственно, увеличилось количество автомототранспортных средств. Отсюда и возросла нагрузка на те дороги, которые не были приспособлены. И этим проектом мы решаем, условно говоря, проектируем будущее этого микрорайона. То есть без таких проектов невозможно сказать, как будет развиваться тот или иной микрорайон. После официального утверждения проекта архитекторы города предъявят застройщикам конкретные требования по планировке. Она в обязательном порядке будет включать в себя строительство социальных объектов. Именно таким способом Сочи станет еще более красивым и комфортным городом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.